В Казахстане торжественно отметили День Шанырака. Мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и чествование образцовых семей, прошли во всех регионах страны. Так, в области ЖТСУ узами брака соединились молодые пары, а образцовые семьи обновили свои брачные обеты. Секреты счастливого и крепкого брака узнавала Аида Иманали. Амангельдарын и Кирбис Куватова 60 лет назад обменялись обручальными кольцами в особенный день, в день прославления семейных ценностей. Сейчас у почтенной пары 7 внуков и 3 правнуков. Супруги рассказывают, что за время брака преодолели множество испытаний и радости, а также сумели сохранить свою любовь по сей день. Таких мероприятий не было. Отрадно, что отмечаем важный день для страны. А мой совет, будучи мужчиной, ты должен уметь уважать свою жену. Тогда будет понимание и гармония. Огромное спасибо работникам нашего города, которые отмечают сегодня этот большой праздник. Пусть эта инициатива будет продолжена и в будущем. В рамках торжественной церемонии семьи, которые прожили в браке больше 25 лет, обновили свои брачные обеты. Аким Талды Кургана лично поздравил их и вручил памятные подарки. И это лишь одно из проявлений признания и уважения к ценностям семейного благополучия, отметил глава области. Мы празднуем Наурыз 10 дней. Этот праздник имеет большое значение. Праздник, который олицетворяет ценность каждой семьи. А из счастливой и нравственной семьи завтра вырастет счастливое и здоровое молодое поколение. Всего в рамках празднования Наурыз в городе пройдут порядка 100 мероприятий. Жители области смогут посетить спортивные соревнования, концерты и различные выставки в национальном стиле. Аида Иманали, Диана Турубек, Мирас Анитов, телеканал Алматы, область ЖТСУ.